Анапе мужчина, который заехал полицейскому в глаз, оштрафован на 20 тысяч рублей. Жители Башкирии освободили от уголовной ответственности за это преступление. При этом районный суд назначил обвиняемому достаточно новую, внесенную в закон в 2016 году, меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Напомним, в июне 2018 года нетрезвый житель города Белорецк находился на пассажирской платформе железнодорожного вокзала Анапы, где привлек внимание сотрудников отдельного взвода патрульно-постовой службы транспортной полиции. Стражи закона предложили пьяному мужчине пройти с ним в дежурную часть. Задержанный сначала отказался подчиняться требованию патрульных, а затем ударил одного из них кулаком в лицо.